Один человек серьезно пострадал в крупной аварии на улице Декабристов. Там столкнулись сразу 7 автомобилей. По предварительной информации, около половины 6 вечера на пересечении Декабристов и улицы Волгоградская водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и протаранил стоящие автомобили. Лисан Сабирова с места происшествия. Я отвлекся, телефон у меня занесло. Молодой человек, водитель Volkswagen Passat, сразу признал, виноват, опасности не видел, опомнился, когда что-либо исправить было уже нельзя. Свою вину, то есть признается. Да, а конечно. Кто направляли, домой направляли? Да. Но в отличие от предполагаемого виновника, множество свидетелей видели, как все произошло. По их словам, черный Volkswagen ехал по Декабристов в сторону ДК «Химиков». Едва проехав перекресток с улицы Волгоградская, стал смещаться влево. Первой на его пути оказалась «Лада Гранта». Ее водителя срочно госпитализировали прибывшие на место медики. В травматологии точно отвезли, ноги переломаны. А он за его зажал, по-моему? Наверное. А он пассажиром был? Нет, он водитель. Один был, да? Один был. От удара «Ладу» откинуло назад настоящий в соседнем ряду «Фиат». Как это произошло, я сам не понял просто. Вот, ну, столкновение сильным было, да, случайно? Ну, сами по характеру смотрите, я не могу. Ну, как уж, а да? А вы стояли просто или вы двигались на тот момент? Стояли, стояли. А получается, вы как, с какой машиной столкнулись? С «Грантой»? Не я столкнулся, она в меня влетела. Машина на нее налетела, она на меня наскочила. В это время черный Volkswagen по инерции врезается в белый Volkswagen Polo. Затем к списку пострадавших автомобилей присоединились Chevrolet Aveo, Mazda и Lada 14 модели, на которую предположительно откинула Гранту. Несколько полос улицы Декабристов в обе стороны оказались заблокированы для движения. Происшествие вызвало сильный затор. Страховых выплат, вероятно, предполагаемому виновнику не хватит для восстановления всех разбитых в аварии автомобилей и возмещение вреда здоровья пострадавшему человеку. Ответственность, которую понесет мужчина, будет зависеть в том числе и от тяжести травм, полученных водителем «Лады Гранты». Лисан Сабирова, Нафися Ниязова, Адель Муллахметов, вызов 112.